Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о титановых поводках от компании DAM. Моделька у нас из серии FZ и называется она King Free Titanium Leader. Данные поводки у нас поставляются в такой вот упаковочке. Приобрел я в размере в длине 20 см, разрывная нагрузка 7 кг и в количестве 2 штуки в упаковочке. На обратной стороне упаковка выглядит таким вот образом у нас. Произведено, соответственно, в Китае, но это абсолютно никакой не минимум. Сейчас китайцы довольно-таки качественные вещи уже делают, как многие знают. Поводочки у нас выглядят таким вот образом. Приобрел я, кстати, начну, наверное, сразу себе данные поводки для зимней рыбалки. Пробовал я и с крутками. Ну, зачастую, когда, скажем так, сильный мороз, зачастую неудобно совсем с этими крутками, с крутками работать. Бывает, скруточка немножко, скажем так, слегка расплетается, и опять нужно заплетать, ну и так далее. Попробовал титановые поводки, меня, в принципе, всем устроили. Хотя по лету долюбляю скрутку. Ну и решил вот перейти на титан, скажем так, зимой. Понравилось, поприменял титановые, решил другие взять немножко подлиннее себе. Соответственно, данный поводок у нас оснащен таким вот бочкообразным вертлюжком. Вертлюжки данные довольно-таки качественные. Ну, на других поводках, если честно, вертлюжок откусывал. Не знаю зачем, ну, просто откусывал и привязывал флюорокарбон напрямую к поводку. Все отлично работало. Здесь у нас имеется термоусадочка. Под термоусадкой у нас находится, соответственно, обжимная трубка данного поводка. Если честно, я поводки долюбляю, когда у нас, скажем так, все это дело скручено довольно-таки плотно проволокой, вот этот виток, а не обжимной трубкой. Ну, в принципе, трубочки тоже довольно неплохо себя показывают. Но единственное, когда вот такая трубка, она не сильно любит изгибание непосредственно у основания своей трубочки. То есть, с этим нужно быть внимательным. Может со временем, скажем так, переломиться. Был у меня по лету такой случай. И, соответственно, такой вот нюанс был. Но в остальном они, в принципе, показывают также себя довольно-таки хорошо. Просто вот эти изломы нежелательны. Далее идет, соответственно, сам поводок. Ну, титан, как многие знают, не имеет памяти. Сохраняет отлично форму. Вот, что плюс как раз-таки зимой не надо лишний раз там трогать ничего руками. Все у нас держит, скажем так, довольно отлично. И форму, и разрывная нагрузка. Ну, классные поводки, в общем. Здесь, в принципе, тоже обжимная трубка под термоусадочкой. И имеется такая вот застежка. Застежка, в принципе, довольно неплохая. Но обычно я застежечки ставлю с некой защитой. То есть, идет что-то такое колечко. Это не обязательно. Это делаю, ну, скажем так, я для перестраховки. В принципе, обычные застежки довольно неплохо себя качественно ведут. Единственное, нужно просто контролировать, чтобы они всегда были застегнуты. И если, скажем так, сама застежка у нас износилась, ну, коим образом, то есть, вот, расстегнули она в пассивном положении, одели приманку, все без всяких проблем. Бывает, приманку тяжело одеть, и многие начинают вот этот карабинчик разгинать. Делать этого абсолютно нельзя, так как здесь у нас теряется упругость, и со временем карабин становится более мягкий, менее упругий, и может в определенный момент, ну, скажем так, расстегнуться. То есть, если правильно следить за застежками, за карабинчиками, все будет ходить довольно-таки хорошо. Данные поводки можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.